Областной этап 15-го республиканского фестиваля народного творчества «Не стареют душой ветераны» на днях принял Бобруйск. На сцене Дворца искусств собрались самые талантливые ветераны труда. Люди с огоньком и неутомимой душой из Бобруйска, района Осиповичей, Кличева и Глузка. Пели про любовь и молодость, про героизм и великий подвиг, про все то, что волнует. Песня – их способ не стареть душой. Костюмы, репертуар, должный настрой. К областному этапу готовились и ждали его с нетерпением. Главный лейтмотив 15-го фестиваля – 75-летие Победы в Великой Отечественной. Для современной Беларуси эта дата одна из важнейших. Ведь все трагические годы оставили глубокий рубец в сердце каждого. Люди, которые сегодня выступают на сцене, они испытали это все на себе, поэтому исполнение их очень душевное, очень проникновенное. И другой раз даже не знаешь, имеешь ли ты моральное право выставлять какой-то искусственный бал. За все годы в республиканском фестивале участвовало больше 50 тысяч ветеранов, которых объединила любовь к музыке. Частью этого не раз становились народные коллективы «Бобруйские зори» и «Золотые годы». Два раза в неделю талантливые вокалисты собираются в Центре досуга и творчества на репетиции. И не помеха даже возраст. Кстати, самому молодому участнику коллектива 57, а старейшему 90. Я думаю, что вот здесь люди, которые собрались здесь, два хора, они жизнерадостные, они позитивные, и они очень любят петь. Стоит отметить, что «Бобруйские зори» уже становились лауреатами республиканского конкурса. Пусть и в этом году талантливые земляки вернутся с победой. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск 360.